Образовательный волонтерский проект с элементами игры «Открывай Украину» охватывает общеобразовательные школы первых-третьих ступеней в малых городах по всей стране. Конкурс организован Фондом социальных инноваций из страны в Украину и направлен на создание совместных инициатив и исследовательской работы среди молодежи. Несколько этапов. На протяжении всего учебного года команды, которые состоят из учеников 7-11 классов и учителя-куратора, будут искать проблемы в собственной школе и решать их. Свой собственный проект разработают и подготовят и внедрят, который улучшит их школьную жизнь. Это будет как бы тренировочный этап. И следующий этап уже конкурсный, это будет проект по модернизации, улучшению городской среды. Окружающая среда, здоровый образ жизни, урбанистика, культура, искусство, а также медийное и социальное направление. Проект разбили на 6 основных тем. Первая часть конкурса продлится до января. Участники будут готовиться в своих школах теоретически. Второй этап – соревнования проектов, разработанных командами. В процессе учащиеся смогут анализировать разработки конкурентов и получать знания на тренингах. Освоят критическое мышление, работу в команде, работу с идеями, внешние коммуникации и проектные. Менеджмент. Собственно говоря, проектному менеджменту будут учить такому слову, что означает и как реализовать слово фандрайзинг, то есть поиск ресурсов для своих проектов. А это естественно, как только дети начнут реализовывать свои идеи, они в первую же очередь или сразу же столкнутся с тем, что им нужна и финансовая поддержка, и материальная. Одно из условий конкурса – население города-участника не должно превышать 250 тысяч человек. По одной заявке организаторы готовы принять от каждой школы в небольшом городе. В команде от учебного заведения 15 человек. Планируется, что в масштабном соревновании примет участие около 1500 команд. В Харьковской области к проекту присоединятся 13 городов. Богодухов, Лозовая, Изюм, Мирефа, Люботин, Балаклея, Красноград, Купянск и другие. Це по-перше буде, скажімо так, свій дитячий університет для наших учнів в наших школах, які зможуть презентувати себе і найголовніше щось зробити для свого невеличкого міста своїми руками, дійсно за допомогою там батьків, чиновників, можливо. Але головне в цьому, я хочу звернутися до наших міських рад, в яких будуть проводитися, щоб вони не опиралися цьому, а дійсно допомогли. Команды, которые реализуют проекты в городах, представят свои достижения на фестивалях в областных центрах. И только 24 финалиста посоревнуются за главный приз – бесплатное обучение за границей. Для изучения международного опыта развития городов запланированы поездки в Азию, Европу и Америку. Виктория Вашкевич, Юлия Семененко и Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».